Чё, блядь, за херня? Чё за херня? Так. Друзья, без комментариев, просто. Просто подсчёты, просто работа.
For days, searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? Да, привет. Это вы там снизу в лонг, да, сетку выставляете? Нет, на пробой. А, на пробой? На пробой, в шорт. Понял. Я смотрю просто по импульсу движения какое, да? По SLP 500 мы только в самом начале, получается. Вот. И индекс сейчас тоже на импульсе подошел, будет сейчас копить. Я предполагаю, будет пробивать НКЗ. А если будет пробивать НКЗ, биток, соответственно, тоже будет здесь пробивать. Будем смотреть. Буду смотреть на ситуацию. Я с общим безубытком посмотрел, то есть сколько я могу добавить объема. Ну, это другая техника. Не с вашего курса, так сказать. Работа с сетками с контролем риска объема грунта. На разгон. Подошли к уровню НКЗ. Момент этот я проспал. Ну, как бы, что проспал. Тут объем, который входил, он набрался. До контрольной зоны все мы. 1/4 как раз объема взяли. 1/4 объемы все взяли. Вот 1/4, так.
Так, обновили ниточки. Там не очень много объемов. Так, значит. Ну, значит, я работаю дальше, пока. Юра, добрый день, Марат. Тебя слышно? Слышу, да, все хорошо. Юр, подскажи прогноз по золоту. Вот сейчас смотрю, хороший откат пошел. Куда пошел откат? Ничего не пошел, пошел как по сценарию. Мы идем в сторону месяца. Это район 1,5 где-то МТЗ. Mm-hmm. И там, я думаю, будет реакция, там будет остановка. Свечу месяца от текущего импульса, потом накопление. Сейчас я проверю. Все принято. Манипуляции, значит, проводим на свече месяца. Mm-hmm. То есть сел объемы, сокращаешь. Часть перетягиваешь, вдруг если, допустим, продолжим падать, соответственно... Ну ты помнишь, там я сам как раз, я сейчас там бои остались большим лотом, мы сейчас проскочили. А, про бои? Бои, лот на золоте, 17.91. Да у тебя там слишком большой объем лотов стоит. О, они сейчас прошли. Получается, на месячном объеме взять встречный лот тоже в бай. А потом смотри, перекрываться. Значит, смотри, здесь диапазон месяца и 1,5 КЗ. 18.60, вот область, уже ты должен в распределение потихоньку лимиты выбирать. Угу. Ну, желательно через перелом, да? Совмещаешь перелом, H4, малые свечи. Угу. Через 1/4, через 1/8 можно смотреть, как совпадает. В этой точке, если консервативно сопровождаешь, на младшем периоде смотришь H4, и потом в ниже периоде идешь и смотришь 1/8 там, да? Как оно будет. Угу. Это если ты полностью разорот. А если паранормальная свеча, нужно топливо, чтобы покопить. Внизу аккумуляция должна минимум неделю, ну, там несколько дней быть, чтобы это движение мы продолжили вниз. То есть 1,5 АТР, допустим. 1,5 АТР, если мы пойдем, то значит, куда мы пойдем. 1,5, вот значит, вот здесь у нас. И там область 60%, 80% движения. Но это уже фаза накопления, это 1,5 АТР. Вот. И глубокая коррекция, да. То есть, если не... Вот эту свечу мы не удержим годовую в рамках вот этого импульса. Что у нас получается область? Так, сейчас, значит, здесь у нас... Так, сейчас, давай я другую сделаю. Значит, от этого импульса, если истинный импульс, да, то мы сейчас входим в свечу месяца.
зону 38, зону 40%. 50% это вот полтора получается, смотри. Здесь у нас получается зона полтора АТР, там, да, значит, у нас здесь получается 50% от движения. Маловероятно. Если это мы должны формировать большую свечу, то у нас получается. Мы не должны уходить под зону 50, потому что там флэт будет. Что я хочу сказать сейчас? Секунду. А, это у меня на другом терминале там, по-моему, да? А вот, сейчас. То есть сейчас область, получается, мы свечу квартальную не сформировали. А, да, нет, я про паранормально это слишком много сказал, да? Значит, мы сформировали, у нас реакция получается от баланса идет. Вот. Реакция от баланса, баланс квартала. Значит, вниз, вниз, вот сейчас рядом зона, вот как раз месяц, здесь у нас четверть года и одна вторая квартала, баланс. Зона, значит, 18.50, 18.50, 18.35, баланс квартала на откат. Не помню. Так, подожди, сейчас я помню. Да, баланс квартала, все, чё, все верно. Записываю уровни. 18.50 определяющий там, да, как мы этот диапазон удержим. Уровень от четверть перед этим. Сейчас я посмотрю сбоку. 18.66, 18.55. Смотри, как свечи. Свеча с месяца будет там в этот диапазон заходить. Понял. Принято. И там все, манипуляция проходит. Ребята, подключаются. Ребята, всем привет. Мы тут рынок двигает. Да, вообще хорошо пошел. Так. А всю манипуляцию я предполагаю. Манипуляция, значит, по. Я сейчас, если мы эту зону сейчас не удерживаем, значит, у нас стопы полетят вот на 22.50, да? Если мы зону эту сейчас не удержим, 23.150, 23.150, 23.50, 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
Здесь у нас граничим четверть квартала, значит, вот так идет. Четверть у нас на шпилях идет. Ну, это может у нас еще быть структура накопления, то есть. А здесь лучше, если ты, ну, зажиматься, да, то сейчас объемы тоже там где-то на зажатие. То есть пока мы не закрылись, полностью это поглощение не сделали, значит, что у нас может быть? Здесь у нас база, грубо говоря, да? Вот этот перелом, значит, могут шпили снять, но какой-то заброс сделать и поджимать, закрывать, затягивать, грубо говоря, расширяющая структура в рамках 1.5 НКЗ по битку. Значит, то есть что у нас может быть? Значит, здесь можем близко к уровню подойти на текущий день и тут начинать базу копить, чтобы энергии хватило прокол сделать и затянуть уровень, то есть сбрить стопы
Вот, значит, в этой структуре посмотреть, как цена себя будет вести. Значит, выход или лимитки на покупку, то есть вот от перелома зона лимитов, да, у кого-то стоит. Значит, ну также по линейному графику смотреть какой-то резкий прокол, совмещаемый с контрольными зонами, и на развороте кидаем частичку своего объема. Это среднесрочно получится, да? То есть, да, еще раз говорю, что квартал у нас не закончился, он только начинается. И мы только что сформировали одну свечу импульсную на месяц. И мы вышли за свечу квартала. Вот. То есть в этом диапазоне мы можем в этом месяце покопить там, да? Сформировать какую-то базу со шпилями. И за один месяц дойти, сделать полтора, максимум два. Ну, два это в качестве исключения там, да? То есть мы этой свечой за месяц мы и так уже поглотили квартальные движения прошлое там, да? Четвертый, третий квартал, да? Вот. Волатильность тут уже низкая получается. Вот. Сравнительно с вот этим движением. То есть мы уже выходим за рамки этого движения. Но еще у нас до конца марта еще время прилично, да? Два месяца. Мы можем там две недели, три недели копить, собирать. Можем месяц там, да? И потом мы начинаем продолжение импульса. Кто-то уже поверит в падение там, да? Но максимум это 3. Если мы уйдем в зону 50, у нас может быть структура расширяющая в рамках баланса квартала. Если мы этот уровень не удержим, 22600, ну может быть выход 22500 со шпилями в этой базу, формирование базы, то закрепление, проторговка за, ниже за этим уровнем, у нас формирование следующей базы, вот 22300, 20900 со шпилями 20800. И то вот эта структура получится, она будет расширяющая, фаза накопления, или так, то есть вот так будет формировать. Это забегая вперед, куда мы, откуда мы можем стартовать, от низов набирать позицию. Вот, 22800, 22500, 20800 со шпилями, 21300, да? 21300, 20800. Так. 20800. Ну, то есть вот такой диапазон по структуре накопления. А сейчас, то есть контртренд, ну, никто не запрещает забирать, да? Так. Ну, золото тоже, да? Очень-очень красиво идет. Ну, еще раз говорю, что там именно надо на свече месяца смотреть, как себя цена будет вести. Вот этого момента мы ждали, да? Как цена себя будет здесь проявлять. И мы видим импульсный день именно так. Ну, здесь перестроение произошло. Неправильно здесь отображается. Я сейчас не буду это поправлять на прямую трансляцию. Ну, в общем, импульсно подошли. Сейчас можем покопить и продолжить рост. Соответственно, так, сейчас это другое. Значит, немного осталось у нас до теста.
до контрольной зоны. А если вот мы перед зоной подошли, будем набивать уровень, то мы будем пробивать. И куда идти? В сторону свечи месяца. Граничим с зоной полтора. То есть вот здесь у нас будет остановка. Сейчас мы копим, может быть еще какой-то прокол. Копим, пробиваем. И вот у нас цель сюда. Значит, соответственно, если мы такое движение идем, еще нужно смотреть, как SLP 500 будет себя вести, да? Ну, SLP 500 там вообще есть куда идти. Да? Там зона. Зона 1-2 там есть. Вот зона 1-2. Здесь структуру накопления можно очень хорошую тоже набить, базу. В этом это движение сразу его не поглотят, там, да? Его должны или же резко мы вот эту зону пробиваем, там, да? Начинаем базу набивать снизу и с вторым заходом мы тогда забираем, или же какое-то импульсное движение. Вот сейчас пятница закрылась, допустим, за зоной, уже признак того, что мы пойдем даже дальше вниз. Биток на выходных, я не знаю, насколько это будет там волатильность, там, да? Вот. Но если там биток ниже затянут, сит может с гэпом открыться где-нибудь. Ну, как вариант. Вот. Ему энергии хватит в понедельник, во вторник закрепиться за вот этой зоной. Вот, если это произойдет, значит цель вот этот минимум 4000, 3963, вот. Расширяющая структура там, да, накопление, может быть двойная вершина. Ну, в общем, ну это пока сейчас такое себе предположение там, да, так. Ну, в принципе, все, я на этом умолкаю. Кто-то смотрит, кто-то готовится, да, в скайпе. 19 часов. Да, просто X3, но SP500 плохо, DXI полетел. Нормально полетел.
We were young, girl. But nothing really mattered. I could always count on you. We were young.
Рита, пока ничего интересного. Структура накопления. Там на коррекцию что ли пошло? Не знаю. А он у вас посередине. Ну я понимаю. Значит, до зоны. Ну импульсный гейминг, не забывай. Какая бы коррекция сейчас ни была.
чуть-чуть сейчас. Ну смотри, за два дня мы движение поглотили, получается. Это уже подключение. Сейчас просто ему нужно нааккумулировать, чтобы дальше пойти. Бензу, да, не хватает. Да, волатильность на свою отработал с вчерашнего. Вот, поэтому, возможно, может так день и закрыться. И... Блин, зря я, короче, это... Да, с общим безубытком за 1/4 поставил. Ну, главное, чтобы SLP, конечно, вниз потащил. А вы индекс тоже торгуете, да, Юр? Нет, нет, я не про то. Я про биток, то, что я это... Общий безубыток поставил за макушкой 23580. Главное, чтобы... Если он туда может сходить, что ли? Ну, не хотелось бы, конечно, это увидеть. Придется заново позицию собирать. Ну, я просто добавил. Я думал, пойдем сейчас резко вниз. Ну ладно, что заново сделаем. Вообще не проблема, короче. Просто рассчитывать на то, что сейчас индекс доллара пойдет еще выше, я бы не стал. Визуально смотри, вчерашний день, который был тоже вчерашний. Вот. Рассчитывать на то, что там SLP потащит, ну, может быть, но тоже уходит, видишь, протестировали, поджимая. А, ну, до закрытия 20 минут, может быть, следующая свеча импульсная будет. Будем смотреть. Ну, мне кажется, в районе 23-3200 можно прикопать. Там реакция будет. Здесь диапазон получается, что 23-200? Вот это синее, вот что там? Контрольная зона вот эта первая, НКЗ. Ну вот, 23-100, да, как раз там. Да. Смотри, как... Ну вот, я думаю, там можно будет фиксировать. Ну понятно. Здесь SLP как-то кино. Ну это то, что свеча сейчас будет закрываться, подтягивает немножко назад. Откат. Зону 50% отработали в откат. Ну вот это мне поджать, я тоже не знаю. Фитиль, да, тоже длинный, да? Да. Следующая свеча у нас через час. Вот следующей свечой мы вот эту область можем сейчас пощупать. Ну, видишь, тут уже объемчики как-то взяли. Ну да, на фитиле шли, у меня тоже там чуть-чуть зашло. Ну, я-то среднесрочно набираю, грубо говоря, позицию наращиваю шорт. Ну, если я ошибся, как бы, ошибся. На битке тоже, да, свеча длинная на четырех. Стах. Непонятная тень длинная. Ну как раз в зону 1/4 считаю, вот считаю. Но я там не буду уже что-то там добавлять. Вполне себе. У меня 23 580 был. Страховать надо по-любому в этот рынок.
Не удивлюсь, если мы сейчас еще, говорю, пойдем вот эту херню тестить. Мы ж не дошли немного. Ну, мало вот, ну... По S&P, да, вот эту зону, да, не протестировали? Да, протестировали. Ну, сейчас тоже это догадки. Главное, что мы, смотри, что у нас получается. Два раза мы тестили зону. И третий раз резко такой. Возможно, сейчас откат. Возможно, откат. Ну, как бы это тоже сейчас догадки. Может, сейчас покопить немножко над ней. Походу сейчас выбьет меня по безубытку. Да, 1/4, видишь, мы четко знаем. Значит, у рынка были пока тут другие планы. Если мы через 1/4 развернемся, ну, я даже бы посмотрел бы, что здесь на 1/2. Объем тут есть. Ну, в этой структуре тогда получится самая выгодная точка, вот 23 800 23 850. Даже здесь можно по фьючам, допустим, лимит поставить. Вот это случай. Ну, не... ну, процента 2-3 где-то так. И на пик, на максимум. За максимум. Так я, наверное, сейчас так и сделаю. Заброс от шпиля всего низа.
Да, выбило меня под зубку. Выше 1/4, значит, следующая реакция. Смотреть надо. Значит, 475 SLP. У нас есть точка входа еще одна на сегодня. 23 780. Прокололи, короче, блядь. И через 9 минут сейчас открывается, да? Ладно, персонал. Так. Будем рассчитывать, что мы пойдем на 23 800. Так, я, значит, пока буду фичи заряжать сейчас через телефон. Да, у меня тоже биток закрылся там, без убыток. Теперь от 1/2, да, там где-то 23 800, вот так смотреть. Ну, желательно бы, да, смотреть так. Но я смотрю, вот эту зону не отпускают. В 1/4, да, копию? Да. Надо делить объем 1/4 на 1/8. Вернее, 1/4 и 1/2. Текущая 23 500. Mm-hmm.
Ну, значит, получается, первая точка, значит, на 1/4 нужно взять. А, и вторая точка на 1/2. Ну, опасно, блин. Еще разворота нет. В импульсе делать это все. А может подождать до 1/2 и там посмотреть уже, Юр? Там уже безопаснее заходить. Ну, в принципе, да, можно через подтверждение, через разворот сделать. Да, без риска, наверное, можно так. Так и поступим. Через перелом. Здесь свеча импульсная у нас получается. Безопаснее будет, да, совершенно верно. Здесь, видишь, свеча по волатильности. Да, здесь в эту зону будем, в общем, смотреть, наблюдать, как себя цена будет вести. Сейчас через 6 минут открытие H4 по золоту 500. Сейчас она может на следующей свечой хуяк уже. И пока ты будешь там это все думать, это все увидел. Протестировали 1/4, самое главное. Придется от минимума, но вот если этот минимум мы прошибаем, мы уже одну МТЗ, короче, пролетаем просто. Если вот эту точку брать сейчас, здесь на пробой, если поставить со стопом сюда, если мы пролетаем, мы вот здесь останавливаться уже не будем, уже вот так вниз. Но здесь очень плохая точка, тут объем совершенно не очень красивый, смотрю. Для накопления в средний срок. А если от 1/2 просто одним объемом, Юр, зайти и все, сидеть, ждать? Ну, понятно. Можно... Вдруг, понимаешь, момент такой, нужно, давай все-таки сделаем грамотно, поступим. Значит, нужно подождать, какая будет реакция здесь по SLP500. Может, они пойдут добивать эту зону. Вот так сходят. Соответственно, мы туда пойдем. Мы эту зону просто пролетим. Понимаешь, в чем суть? Туру-тум-тум-тум. Короче, пока на заборе посидеть. Да, я думаю, да. Пока пауза. Все ребята обиделись, ушли. Думают, да, что тут за трейдинг? Сколько тихо. Нету эмоций. Нет, да, сегодня же пятница, вечер, все гуляют. Нету эмоций. Что за трейдинг? Почему не шарашит? Не заряжает. Так. Фарид. Фарид, добрый день или добрый вечер. Что-то заинтересовало или в чем причина, почему вы так долго с нами? Фарид, вы здесь или видео пишете с экрана? Новости скоро, через 3 минуты пишет. Юра, если 1/2 вверх пробиваем, шорты отменяются, да? Да. Шорты только выше после обновления максимума. Вот видишь, максимум у нас не очень. Вот здесь зона. Юра, вот у меня еще вопрос был, да? Я так и не понял. Вот мы, смотрите же, строим от минимума и от максимума НКЗшки, да? Да. От максимума они красные, а от минимума синие. Да. Вот в каких случаях мы
прибегаем к синим, в каких случаях к красным? Ну, я уже примерно понял, что... Синие лимитки на покупку. Красные — это шорты. Ну, это специально как бы зона шортов. От красных мы набираем шорт, по идее. Да, да. От синих реакцию ждем, правильно? Да. То есть, если синие, ну, реакция есть, то лонги набираем. Если пролетаем их, то это на пробой. Ну, получается, нужно смотреть саму структуру, где мы находимся. Угу. О, классно, никого нет у нас с вами, мини-урок будет сейчас. Да, я это... Я его удалил. Не люблю таких людей. С ними общаешься, они еще это... Наверное, все знают, все умеют. Так... Да, когда ж мы будем планировать этот урок? Так, 6 часов у нас. 7 часов у нас урок с ребятами. Единственное то, что золото нормально идет. Ну, 1/4, смотрите, держит, Юр. Ну, это хорошо, что держит. По золоту у вас там страсти, смотрю, да? Да, ничего страшного. Две позиции всего. Ничего не добирал. Как вначале зашел в самом развороте. Все. Я вот держу до зоны месяца. Вот чуть-чуть осталось, лимитки зайду. Ну, этот я по графику смотрю. Я просто не смотрел до этого. Золото хорошо летело, так смотрю. Вот сейчас мы эту движуху-то добьем, наверное. Сейчас коррекция, да, у нее? Коррекция свеча месяца. И вот эту свечу месяца я вырезаю. А если свеча месяца, на этом мы не остановимся. А вот. А будем смотреть продолжение вниз. Пока так. Ну, хоть с этим нормально. Смотрите, что получается. Смотрите, смотрите. Индекс доллара. Заряжать надо шорт. Йохан Габай. Так, где у нас? Виток. Виток, ты где? Индекс доллара, видишь, куда идет? И 1/4 удержали. Так. Да. Так ведь нет. Или это ложный пробой. Ладно, короче. Что, это 1/4, да, реакция пошла? Тут смотри. Да, я думаю, да, надо заряжать. А мы по-другому поступим, знаешь. На фьючах я там ничего не успел. Какой нахуй, что за блядство?
Индекс дал, да? Да. И что думаете, от этой зоны вот реакция будет у него? Или прошивать будем? Я думаю, прошивать будем. Чуть-чуть покопил, да, снизу. Угу. Иди за Лёвочкой посмотри, он там в туалете один, иди. Налей себе. Просто, короче, с капли снимают, если честно, Юр. Угу. У меня тоже такое ощущение. Да, он SLP начинает уже это. Да, неприятно с моим безубытком. Именно прошили мой уровень 2580. Ну, вот в таком случае можно было не ставить стоп, но как без стопак? Да. Ну, по технике, как бы, это, ну, страховка. Я там тоже чуть-чуть, даже там, минус 2-3 доллара где-то у меня забрал. Ну, примерно, без убыток закрылся. Первое движение я забрал шортовое, а потом вот примерно по безубытку выбило. Ничего, мы это переживем. Так, а куда наша музыка пропала? Занятие. Я ничего не смогу на работе. Ну и неплохо, даже с учетом того, что визуально мы смотрим, все, индекс, ну, я имею в виду индекс доллара, с небольшим откатом зону закрывает, это у нас лонг по нему, да? Ну, я так надеюсь, что мы выходим и закроемся выше по сессии. Соответственно, это потащит биток вниз. И надеюсь все-таки, что вот эта структура накопления, мы выходим вниз. И все будет хорошо. А когда там Америка закрывается, Юра? Америка. Надо посмотреть, как Америка закрывается. Они зимний период, как они там. Сейчас я даже не готов тебе сказать. Когда они там выкрывают. Ну пока еще индекс же этот в работе, еще не закрыта сессия. А, индекс. S&P. Смотри, дневной, да? До закрытия 8 часов. Как все хотят. Сейчас еще ночью китайцы там топливо поддадут. Да. Я заметил, в основном, когда китайская открывается, в основном лонги идут.
Угу. Так, что здесь интересного? Вот тут немножко осталось. До замочка. Немножко чуть-чуть совсем. Ну и там я буду уже посмотреть, грубо говоря. А, золото немножко протянет. Юра, вот это вот зелененький посередине у вас ордера, это на пробой, да? В лонг, в шорт стоят. Вот посередине зелененькие ордера. Ниже. Вот эти, да. Это не на пробой, это лимитки в покупку. Это лимитки в покупку на отскок, на откат, да? Да. Это по золоту, да? Да. Mm-hmm. А там сверху у вас на продажу стоят. Да. Там открытые позиции. Uh-huh. А вы там вот этот фитиль поймали разворотный? Ниже одной, по золоту. Ниже получается, возле 1-2 первая покупка и за 1-2. То есть я два входа. Ну, продажа. Два входа у меня будет. Короче, золотом у вас хорошие отношения, да? Ну, на золоте я ж им нормально позабирал. На золоте, короче, собаку съел, да? Да. На битке тоже ем, только что-то кусочки какие-то. Ну, кстати, на битке же поменьше волатильность. Че вы эфир завязали-то? Эфир что завязали? Одного инструмента достаточно. Картинку, которую нарисовал рабочая, да? Что рабочая? Картинка. Да вообще офигенная. Надеюсь, что вниз. Доллар, блядь, летит прям. Угу. Доллар вверх, золото вниз. А как у него корреляция вообще с золотом? Ну, у битка, у доллара, там, у S&P. Вы наблюдали, нет? Сейчас я за рынком не смотрю. Когда мне там смотреть? Нет, я имею в виду, у них есть какая-то корреляция? То есть индекс, если вверх, золото вниз, или если биток там, ну, с S&P-то понятно, биток туда-сюда ходит, да? А с долларом в разнобой ходит. А с золота как? Не смотрел. Не смотрели, да? Золото своей жизнью живет? Да. Порой бывает так, что в разнобой как... Думаешь одно, а по факту другое. По всем расчетам должно идти вверх, а оно идет вниз. По всем расчетам должно идти вниз, а оно идет вверх. Юр, потом еще вот на пробой, как ордера выставлять? Например, мы скорректировались. Например, смотрите, шорт идет. Мы корректируемся до 1-2, там, да, грубо. И вниз там синяя НКЗ преграда. Мы ставим на пробой ордера? На давай, синий НКЗ. Давай-то мы на уроке обсудим. На уроке, да? Ну ладно. Потому что видео, может быть, я буду выкладывать, не хочу что-то давать. Все, понял. Просто я этот хотел понять, на верхней границе НКЗ или на нижней ставить ордеры на пробой. Все узнаешь. И этот, мы с вами последний урок проведем, потом, я думаю, может быть, дальше там. А дальше у тебя практика. Вот, минимум квартал. Ты должен все это закрепить.
Ну да, потом еще поучиться хочу у вас. Без проблем. Следующая стадия — это работа с криптами, с торговыми панелями, с контролем своего личного объема в рынке. S&P тоже дает газу, смотрю. Угу. Биток, смотри, там тоже поджимается. Биток пока, блядь, на месте дрочится, да. Ничего. Ну, S&P, он поехал вроде. Поехали и запил водой. Все, Юр, пошел этот бандосов своих спать укладывать. Да, у нас-то уже полдесятого. Ясно, ясно. Давай, хорошего вечера, давай. Свою джаз-банду. Вам тоже, Юр. Давай, счастливо. Спасибо вам. Спасибо.
Thank you.
Ясно, друзья. Так что нам делать? Переносить, наверное, будем, да? Раз. Не получается. Если есть желание, может быть, организовать лучший выходной день. Как вы считаете? Тем более, крипта у нас без выходных работает. Давайте можем завтра, послезавтра сделать. Главное, чтобы я никуда не уехал. Друзья, давайте тогда перенесем, это лучший вариант. Контролим через 1/4. Смотрим. Если цена выходит за уровень, начинает топтаться. Индекс тоже топчется. SLP тоже 1/4 практически протестировал там, да? Вышел. Вот, можно пробовать через 1/8 с коротким стопом за максимум. Но нужно учитывать, что вот этот откат, который сейчас может быть. После этого отката мы можем пойти на тест, одну, вторую протестировать. Вот. Так что с риском аккуратно. А вот давайте тогда... Сейчас будем время выделять. Привет, давай тогда, значит, выберем время. Сегодня в скайпе, вот на твоем экране поработаем. Закрепим всю информацию.
В Trading Queue мы только, получается, по АТР, значит, выставляем период. Ну, я видео сегодня писал, ребят, ну слушайте. Так у нас еще запись идет. Я думал, записи нету.